Так, привет, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим, как светится банкнота номиналом 200 гривен 2014 года под лучами ультрафиолета. Вот так банкнота выглядит просто под светом обычным, как обычным глазом видно. А сейчас глянем под ультрафиолетом, что происходит. Опаля! Вот так вот. Выглядит банкнота 200 гривен под ультрафиолетовым излучением. Вон часть национальной светится. Номинал 200. Цветок с частью гривен. Магнитная лента. Ворсинки. И в Лесі Українки какие-то усики. Так, обратная сторона. Вот так вот светится обратная сторона. Номинал 200 гривен. Магнитная лента. Ворсинки. Вот. 200 гривен 2014 года.